Привет снова, это вторая серия. Блять, и сложность у нас нормально, а где лазерный целеуказатель, я не могу понять. Да. Это вторая серия ЛФПТ с Алёшкой Пиксером. Да, всем привет, ребят. Нет, у нас текущая сложность средняя стоит. Видать, они подумали, ну вас нахуй, и решили отобрать. Нет, ну вот нормально, да? Ну да, вроде заебись все. А где лазерный? Вот, смотри, что могу. Как ты сквозь стенку ебашишь? Давай, давай их так нахуй размотаем. А я могу тебе пиздюлей так дать? Или тебе похуй? Хотя... Ну давай пистолет ставим. Блять, а чё у меня один пистолет, а у тебя два? И второй подними. А там есть второй пистолет? Ага. Заебись. Да уже открывайте, блять. Мне страшно. Ты чё делаешь? Ой, блядь. Женщина, ты чё натворила? Там мне похуй. Блять, все проблемы. О, нихуя, зомби с голой жопой. Где? Да вот там был только что. Зомбаки с голой жопой бегают. Точняк. Что-то есть коктейлька. Что там один херачится? Рэмбо что ли? О, смотри, зомби с голой жопой лежит. Я воевал за бомбу. Смотри, а смотри. Что, по моему персонажу не видно, что он Рэмбо? Да Рэмбо я вижу, хуя. Тут смотри, тут уже зомби с голой жопой валяется. Он обосрался! Это понос! Нахуй с кровати, это моя кровать. Ладно, пойдем, блядь, тележка мешается. Интересно, а как, блядь, зомби-инвалиды, они дети? Зомби-инвалиды, ну им, по-моему, похуй на инвалидность. Это ж зомби. Я перезаряжаю. Тут где-то либо толстяк, либо какой-то хуй еще. Не знаю, сзади, блядь, нихуя. Написано выход, и выход завалили. Блядь, мне медсестра хотела пить. Блядь, сейчас нахуй никто не поймет, какого хуя я играл за тёлку. Ну блять, мы поменялись. Просто мы перезашли. Ебать того в рот. Ну-ка. Нахуй пошли. Блять, мне пиздец, сука. Ебать у меня тут тоже дана. Он заебись. Перезаряжаю. Че, нам наверх надо или куда? Хватит съемок. О, нихуя, тут спортзал. А, какой-то спортзал, блять. Это же бы госпиталь, какой-то спортзал, нахуй. Ну, вдруг, блядь, больным там это. Сука, жирный где-то что ли, или курильщик. А хуй знает, хуй. Это холл. Хол. А вон наверху, сука, бегает, уеба. И курильщик там еще, ебать, вы что там? Батька что ли собрали? Чё пистолетов так много? Да хуй его знает. Тут накурено пиздец. Накурено. Вейперы проклятые. Здесь оружие. Ага. Где оружие? А, это про пистолеты говорили. Какое-то нахуй оружие. Бесконечное. Бесконечное? Заебись. Чё там, чисто? Да вроде. Давайте нижний этаж забаррикадирован. Нам наверх. Блять, ну ты чё, звук не можешь вырубить? Все нормально, все под контролем. Где они? Собирался звук. Да хуй знает, давай. Блять, жирный. Да хуй с этим жирным. Ну, тут по лестнице поднимается, сука. Я охотнику поебал удал. Я перезаряжаю. Кабинет директора. Че там забыли? Ух, ебать, тут пачка.
Где? У меня есть бомба, у меня есть бомба. Там уже похуй. Хуй его дверь сломали. О, обезболивающий, заебись. Возьми и... Беру таблетки. О, кто меня... О, потрошки. Я лифт вызываю, вызывать? Вызываю. Конечно. Идут. Граната. Понял. Ебать, они стенку сломали. Ебать, их тут залетело. Фарш. Они со всех сторон, блядь. Ух, там жирный. Тут еще и охотник, блядь, который меня, сука, дерет. Может, спасете меня? Ебать их тут. Саня, спасай. Мне ж пизда. Мне пизда. Блядь, он мог бы я. Я отстреливаюсь как могу. Да блять! Все, я отъехал. А лифт-то открылся, чего вы стреляетесь-то? Может, ты в лифт зайдешь или нет? Ты что, отъехал что ли? Да, я отъехал. Блять, надо было говорить. А то я стою, тебя жду, ищу, блять, где ты нахуй. Так я же говорю, я помер. Меня, блять, этот охотник задрал, сука. Сука. Упс, что-то с ним не так. С чем? С этим типом. Тут зомби едет с нами в лифте. Да, а у меня нету нихуя. Да ебать твое воображение. А, это все таблетки, которые я съел. Блять, куда они едут нахуй? 23 этаж, 24. Куда, блять, можно так ехать? На тот свет. Ой, блядь, вот это вот меня пугает сейчас, какая-нибудь хуйня, как выпадет. О, смотри, я он, смотри. Освободи меня. Не спасай меня, ну его нахуй. Тупиканти нет, блядь. Тун-тун-тун-тун, блядь. Сука, надо будет вставить этот момент, ёбаный в рот. Блять, спаси меня! Тут хуяк ты танк стоит. Бля, я вставлю эту хуйню. Все, заебись, я ожил. Так, где я, блядь? Фонарик какой-то хуёвый, пиздец. Как ты отсюда выйти? А, вот. Такой подставы я тебя не ожидал. Да я же откуда знал, что он там стоит. О, нихуя тут город видно. Ебать. Тут курильщик где-то, сука. Был. О, ебать, их тут пиздец. А! Саня, спасай, блядь, Саня. Ебать. Что у вас там за замес? У нас вот пиздец замес. Идите нахуй, сука. Бля, я вообще... Куда-то убежал, там давай пиздец. Лучше. Они там налетели сзади. О, тут убежище, заебись. Да, тут убежище где-то. Ага, ведьма. Сейчас посмотрим. Вот она, ведьма, блядь. А, наверх, нам наверх надо, убежище наверху. Так, давай обойдем эту блядятину. Где она? А, вижу, сидит, ага. Как нам обойти ее? Где вход на крышу? Вы чё-то понутитесь? Фонарик вход. А, блять, ты без фонарика хуй-то чего видишь? А, вот, нашел. Сань. Ты чё, ебанутый? Они прям на ветке стоят. Они разбудили её? Понял. Дубков нет.
Надо ставить, его поднимает. Блинчик еще, сука, пришел, тебя обливали. Пойдем, там выход. Видимо, завалить? Да, да, видимо, убили. Пойдем, там выход впереди. А, вот и третий кто у тебя. Так, закрываем. Сука, ржет, блядь. Че, наверное, как всегда... Сука, спаси меня. Я, наверное, как всегда, больше пизды... А, нет, блядь, убийца танков. Ну, естественно, блядь. Я ж подставу сделал. Я посмотрю, кто больше пизды получил. Не показали. Так, надо попробовать. Блять, это так звучало. Не двигайся, я тебя лечу. Вот патрошки. Так, а то граната. Тут оружием не плавают, несколько видов. А, ну да. Так, возьму эмочку. Быстро как, блядь, наигрываешься. Это во втором ФД, там поболее, по-моему, арсенал, это маленький. А что у нас второй? Оп, давай. Че? Нихуя. Я и руки видишь. Сзади. Блять, что за фонарик тут уебищный? Фонарик пиздец бич, тут от вспышек больше свет. Но. Это последняя глава получается, да? Угу. Ну, голожопый зомби. Так. А че он настройки, блять, забыл? Это типа стройка госпиталя. Наверху, сука, куличек. Да, и так очень нервно. О, нихуя себе. Я перезаряжаю. Еще одна ведьма. Ведьма, блять, там. Сейчас опять эти тебя спускают ее. А, ну вот она. А тут наверх, блядь, можно подняться здесь и не тронуть ее. Слышишь? Как ты по лестнице? А, вон, блядь. Ага. Пойти везде можно пойти и не тронуть петь. Ебать, походу тут все будет сейчас спасение, смотри. О, заебись. Я свою гранатку приберегу. Пиротех. Ты что, упал что ли? Да, я упал на что-то возле, а вот так чтобы было, да? Еще одна ведьма что ли? Первый знаю. Что сделать-то надо? Он вижу аптечку. Спуститься на площадку. А, ответьте по радио. Ох, нихуя тут аптечек. Да? Ага. Вот аптечка! Сейчас Фрэнсиса подлечить надо. Лечись, уёба. Да, блядь. Еще одна аптечка как раз есть, заебись. А патроны есть? О, патрушки есть, заебись. Отвечаю. Сань. Саня, повернись назад. Лови. Блять, ты что сделал? Ты сам сказал, лови, блять. Ты хуя там повыхает, смотри. Лови, а не стреляй, блять. Вызовите спасатели. Как мы спасатели теперь вызовем, сука? Ты спалил рацию. А ладно, хуй. 15 минут, нихуя себе, ты что-то ебанулся 15 минут. Все, Саня, держимся нахуй. Да, ты ныряешь, забрался к тебе. О, Леха, я буду держаться. Смотрите, у меня есть. Это сеть. На, садись. Постреляй. Ха-ха. Темовое что-то, да? Хочешь штуки погреть?
Давай. Блять, как? Блять, они что забрались? Куда вы лезете, сука? Сзади, сзади охотник. Блять. Ебать, их тут ползет. Блять, все стороны, поднимается. Давай сюда, вот тут безопасно. Угу. Там-то пулемет. Этот толстяк взрывается, блядь. Жирный танк. Это чё, блядь? Блять, он камень наскидать. Надо сейчас к нам. Блять, нам пизда. Да. Надо было с пулемета его хуячить. Он залазит. А вот сюда он залезет? Он должен. Один. Он не может, походу, залезть. Он... Да вот он лезет уже. Убегайте оттуда. Вон титанк, да. Плевун где-то этот, блядь. А где толстяк? Блядь, меня заблевали, сука. Блядь, нихуя же не видно. Откуда их? Они что, блядь, со всего города? Ну когда тебя облевывают, их это зомби привлекает же. А кто дверь сломал? Зомби. Либо танк. Надо на кошерку ходить. Еще одна волна. Блять, где ведьма? Первый. Блять, патронов закончились. Патроны кончаются. Блять, зомбакам похуй, они по колючке лезут даже. Блять. Воу. Вот тут бойня, ни хера себе. Так, я наверное в арсенал сбегаю быренько за патронами. Не ты один. Пулеметчик, сука. Блять, тут охотник. Саня, с пулемета хуяч. Лобешник мне заехал, заебись. Пулемета? Ага. Я заебись, это легенький. Сейчас таблетками закинуть будет, вообще заебись. Блять, толстяк залез, сука. Блять. Я он жирный, блять, а лазит так. Хорош работать по ним, блядь. Здоровый мудак. Где? Блять, мне курильщик кинул. Заебись. Позом, блядь, вижу, ага. Блять, блять! Блять! У вас жирный бегает. Сука, пиздюлей дал. Спускаемся вниз. Да нахуй. Убили. Птичка пролетела. Где наша птица? Нахуй знает. Блять, охотник. Вот. Блять! Самый последний момент, уроды. Ага, вот он, вертолетик. Лава яйца. Давай, давай, давай. Блять, еще идут. Быстрее. Где? Ну. Никто не погиб. Е, мазафака.
Ага. Мы все живые. Сука, смотри, бегают, блядь. Они ж догонят нас, блядь. Кого? Да как они догонят? Мы же на вертолете. Они за ним побегут. По воздуху. Спрыгнут и побегут, это ж зомби. Ага. Сострадательный убийца. Милосердный убийца. Блять, почему они по-разному блять, называются? Да хуй его знает. Е, Амазон такой топовый, блять, как бы не забанили. Да? А у меня музыка что-то не играет. Блять, как будто фильм, смотри, ты видишь, да? Ну. На это, знаешь, типа. Как его, на. Похоже на это, как, знаешь, это остаться в живых, типа, знаешь, вот это вот. Да хуй его знает. Так, что, голосуем за пропуск. Пропускаем, да. Будем заканчивать. А чё, посмотрим статистику и будем заканчивать. Чё такого, да. Главное. Ну у меня чё? Тихо музыка играет, не знаю, как у тебя. А у меня вообще почему-то не слышно. Надо... Да? Ага. Я, может, надо... конечно, убавил. Блядь, растянуть надо, потому что у нас всего там минут 15 серия. Все, ну их пойдет. Чё, выстрел в голову, выстрел. Пациент. Ты чё, блядь, самометки тут что ли, блядь? При съёмках этого фильма пострадали 709 зомби. Ты чё, меньше всех хедшотов отвесил, что ли? Боты больше тебя хедшотом вешали. Да, прикинь. Вот я бот. Вот я бот. Вот я бот. Ладно, чё. Да. Ссылки, как обычно, в описании. Нахуй, спрашивается, мы там заканчивали серию. Ну да ладно. Всем похуй. Да. У них нет выбора, блядь. Да, действительно. Ладно, увидимся в следующем, как эта хуйня называется? В следующей компании, блядь, или чё это? А в следующей, короче, этой, она самой. В следующем эпизоде. В следующем эпизоде. Всем пока.